Всем привет! Продолжаем разбирать колобот. И у нас осталось два раздела функции и классы. Но я думаю, за пару видосов мы это все сделаем и приступим к миссии. Вот, там вроде бы одна только. Итак, давайте приступим к функциям. Функции. Что у нас? У нас тут три упражнения. Первое. Создайте функцию, чтобы запрограммировать стрелка. Дальше. Создайте процедуру, чтобы научить своего бота двигаться по спирали. И написать программу для бота так, чтобы он проехаться. Ну, да. По шести синим отметкам. Используя для этого пост обмена информацией, как пульт дистанционного управления. Хорошо, начинаем с функции, с первого упражнения в разделе. Да, уже хотелось бы приступить давно к миссии, но нужно пройти все эти упражнения. Так, F1 нажимаем. Бот должен пройти через все синие кресты на земле. Путь, который следует преодолеть, состоит из двух квадратов. Первый 15 метров, второй 25 метров. Итак, чтобы решить эту задачу, вы должны создать функцию, которая приказывает боту двигаться по квадрату с указанной стороной. Поэтому основная программа оказывается очень простой. Square, square, квадрат, квадрат. Да. Вам все еще нужно определить функцию, которая называется square. Чтобы это сделать, вы должны написать несколько инструкций вне блока, которые до этого были фреймом каждой из ваших программ. В самом конце программы, до последней закрывающей скобки, мы определим функцию square. Ну, окей. Так, создаем программу. И давайте... Не, вот так вот. Void. А чё object? Это так... Ну хорошо. Чё object, object, object... А, ну я так понял, это общий есть класс. Так, хорошо. Square. Так, эта функция есть. Она же должна принимать, да, float length. А, экстерн не надо, да? Окей. И float. Float. И lngth. Есть. Так, теперь давайте разберем различные элементы задания функции square. Void, значит, непонятно, ничего не будет. Object. Если вы напишете это перед именем функции, то сможете с ее помощью получить... доступ ко всем характеристикам бота, таким как позиция, ориентация, понятно. Square — это имя функции. Float length — здесь вы задаете параметры, которые получит функция после того, как функция будет вызвана. Понятно. Так, вот детальное описание того, что произойдет. Это тоже ясно. Итак, функция square использует следующие инструкции: move и turn. Чтобы сделать ее покороче, вы можете использовать цикл for, который повторит инструкции move и turn 4 раза. Но это не обязательно. Ну, что это не обязательно? Уменьшим количество кода не хочет вставлять. Ладно. Так, делаем for int i равно 0, пока i меньше 4. И равно и плюс 1. И здесь нам надо move. А move на сколько? Move. Ага, length. И 4 раза. А, ну да, у нас же 15. И 2, я понял. Так, length. И turn 90. Поворачиваем на 90. Сначала по одному квадрату проедем по периметру, а потом по второму. Итак, здесь нам надо square вызвать. Первое — это у нас 15 и 25.
25. Вроде бы все. Давайте еще F1 нажмем. 15, 25. Ну, вроде все, да. Так, и давайте запустим. Итак, вот первый периметр проедет, вернется сюда, а потом по второму периметру проедет и вернется сюда. Ну, давайте выполним. Едет. А, я первый 15, да, все верно. Ну, как бы ничего сложного пока здесь нет. Едет, едет. И сейчас по основному периметру проедет, и все. А дальше, по-моему, у нас следующее задание – это по спирали ехать. Наверное, надо будет искать эти точки. Наверное, надо будет. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, эти растения тоже можно садить. Было бы неплохо. Так, отлично, миссия выполнена. Ура, ура, ура. Так, спираль. Создайте процедуру для того, чтобы двигаться по спирали. Ага, я понял. То есть у нас каждый раз, насколько я сейчас понимаю, будет уменьшаться высота квадрата. Итак, следуйте по спиральному пути. Бот должен проследовать два раза вперед на 25 метров. После этого пройти два раза вперед на 20 метров, развернуться и так дальше. Угу. А, вот. Так, вот есть функция part. Так, копируем. Надеюсь, она скопируется. Понятно. И каждый раз, то есть два раза вперед проехали, повернулись и потом... Не хочет, зараза, вставлять. Почему-то работает через раз. Может быть, еще раз попробуем. Давайте вот так вот я попробую. Копировать. Не работает. Ладно. Так, void. Object. Part. Так, сюда мы принимаем float. И здесь нам цикл из двух итераций. Да. Цикл из двух итераций. For int i равно 0. Ну, промазал. Пока i меньше 2. И равно i плюс 1. И здесь нам надо move сделать. When g и turn 90. А здесь у нас просто цикл while true. Вот. И в нем, ага, мы изначально задаем переменную. Ну да, все правильно. 25 float rest равно 25. Далее вот здесь rest равно res минус 5. Давайте while, пока rest больше равно нулю. Вот так. Не бесконечный цикл будет, а такой part. И передаем rest. Насколько я понял, нам это сделать, ну, надо вот так вот. А, ну да, так здесь так и есть. Больше нуля. Ну ладно, давайте больше нуля. Так, функция будет вызвана в последний раз со значением 5. И будет, ну, либо с 0 вызвалось бы, он бы никуда не ехал бы, просто поворачивался бы. Итак, ну давайте запустим, здесь ничего сложного нету. Кстати, насколько я понял, в этой игре вот этих ботов стандартных, типа ос, там муравьев, пауков, это скрипты, вот такие же, то есть программки, валяются в открытом виде, там где-то надо по путям пройти, где игра установлена. Вот, и можно их перепрограммировать, то есть добавить им ума, логики. Вот. Ну, конечно же, там один из подписчиков поинтересовался, можно ли здесь создавать новые типы, ну, или добавлять новые типы юнитов, ботов. Ну, я подозреваю, что можно, но для этого надо скачать исходники, а это игра с открытым исходным кодом. Вот, и... С помощью программирования уже, я правда не помню, не смотрел исходники,
Ну вот, ну, наверное, это на языке C++ или C, ну, без разницы. Вот, и с помощью уже такого программирования подобавлять объектов всяких, ботов. Так, вторую прошли упражнение и третье. Начинаю. Дистанционное управление. Ё-моё, давайте, я ж не сохранил, давайте я зайду сюда, сохраню. А то каждый раз это все писать как-то не очень хочется. Так, сохраним, это у нас было, это, наверное, уже 6, да? Это 6, 2. Вот, выход. Так, и дистанционное управление. Итак, нет батареи. Ну, а как ее? А как ее? У этого нет батареи. У сборщика нет батареи. А у бота есть. Хорошо, написать программу для бота, чтобы он проехал по синим, 6 синим отметкам. Вот, что требуется? Количественный сборщик без батареи. Пост обмена информацией, тренировочный бот. Хорошо, пост обмена информацией хранит данные, виденные value, ну это где-то мы видели. Вот так. Так. Нам надо 20-20, потом 10-10-10. Угу. Что нам надо сделать? Бот получает информацию, выполняет программу. Send. Я уже забыл, мы уже это вроде разбирали. Было упражнение. Так, order. Что такое order? Номер или что? Ладно, потом давайте нажмем send. А, типы категории name. А, передает. Нету категории. Параметр 1 будет двигать, параметр 2 будет поворачивать. 1. 20. А, это расстояние 20, это парам 20. Это насколько двигать. Ладно. Эти две инструкции необходимо передать на пост последний. Так, бот получает информацию и выполняет программу. Как только данные были получены, они удаляются из поста. Вот. Так, после того, как программа начала выполняться, главный бот будет ждать, пока управляемый бот не завершил задание. Только после этого он отправит ему другую информацию. Это делается путем тестирования. А, тест инфо. Просто напишите. Просто написать. Если бы можно было бы просто скопировать, было бы лучше. Эй, не понял. Так он же без... А, он без батареи, он ехать, наверное, не может, но управлять, я так понимаю, он может. Ладно, давайте напишем. While это, я так понимаю, просто мы проверяем. TestInfo. О, это стандартная функция. TestInfo. Чё она... Проверяет, существует ли информация в ближайшем посту обмена информацией. Ага, понятно. Так, order is to. Пишем order. Вот это последнее значение, насколько я помню, это просто, ну, типа дальность, что-то типа такого. Wait 1. Есть. Сделали. То есть это заглушка, бот будет ждать. Дальше. Так, для более удобной записи функции sendPost. Ага, нам надо еще функцию написать, такую программу sendToPost. Понятно, так как это функция, значит, нам надо написать ее. Окей. Так, void object и sendToPost. И в этой sendToPost мы сделаем вот это. Вырежем, ставим. Дальше. Перед тем, как нам ждать, нам надо отправить команды. Так, значит, send param. Делаем send. Здесь param. Тут 100 у нас было, там, по-моему, единичка. И send
И что-то там еще было. Аня перепутал order. Я понял, тут order. Вот, а здесь парам. И было 20, да? 20, 100, да. Последний параметр, насколько я помню, это типа дальность. Вот, в радиусе типа 100 метров, я так понимаю, передается информация, ну, типа то ли всем постам. Но я думаю, когда будет миссия, то с этим детальнее разберемся. Итак, для удобной записи можно при такую программу. Для движения на 20 метров вперед вы должны написать в главной программе вот это. Смотрите, нам надо два раза проехать по 20. Send этот маршрут робот send to post. Давайте 1.20 напишем вот здесь. Send to post. А, у нас мы вот здесь забыли. Ну да. Ну да, ну да. В order. Блин, а тут оно как строковые эти. А здесь как float. А, вот здесь же param и order. Да, все верно. Order и param. Все верно, все верно. Так, float. Это создаем еще два параметра для нашей функции. Order и float param. Так, потом сюда. Order. А вот сюда param. Send to post. Давайте. 1.20, да? Вот так вот. И по... Чё тут не так? Как это не... А, send промазал. Сорян. Send... Так. И по этой программе у нас сейчас бот проедет 20 метров. Давай, едь, едь, едь. Раз, два. Все верно, проехал. Значит. Эй, а как обратно? Я хочу остановить свою программу. Стоп. Давайте заново. Дальше нам надо развернуться. Блин, случайно клацнул. Ага, вот, смотрите. Move это единичка. Два это номер команды. Это номер команды. И где номер команды? Вот. Вот, ордер. Вот здесь номер команды. То есть единичка это двигаться, двоечка это поворачивать. А вот это параметр. Вот. То есть мы указываем единичку и указываем на сколько. То есть единичка это двигаем и указываем вот здесь на сколько. Дальше, если нам надо повернуть, вот здесь указываем, что это двоечка, так как операция поворота там, ну, содержится у себя под номером 2. А вот здесь указываем на сколько, да, повернуть. Ну ладно, раз мы уже подсмотрели. Ай, блин. Так, проехали на 20. Дальше. Send to post. Двоечку и на 90. Это можно скопировать. Нам два раза надо проехать. Вперед. Раз, он поймет. Два. Потом. На 10 метров. И на 90. На 10 метров. Так, это раз. Потом сюда он проедет. Потом сюда. Он везде налево-налево поворачивает. А вот здесь ему нужно направо повернуть. Так. Так, значит, смотрите. Это раз он проехал. Два проехал. Потом три. Три это он уже повернул. Сюда едет, сюда. Потом 4 сюда. И вот здесь нам надо в обратную сторону развернуться. Тоже 10 метров, но на минус 90. И запускаем. Нет батареи. Я вижу, что нет батареи. Как же он работает без батареи? Передавать-то информацию тоже нужна же какая-то энергия. Move 20. Ну, поехал. Вроде правильно едет. Главное, чтобы он здесь все правильно сделал. Ну, вроде мы не натупили. Move.
Так, сейчас передает команду поворачивайся. Дальше move и дальше поворачивайся в другую сторону. Давай, давай, давай. Блин. Блин. Не туда повернули. Не туда. Стоп, 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 стоп. Так, ладно, переиграю. Поставлю на паузу и переиграю. Ну, перепишу этот, бо мы не туда повернули. Итак, миссия пройдена. Я чуть не туда повернул, точнее, раньше времени повернул не туда. Вот так вот. Итак, ну, функции прошли. И в следующем видео, я думаю, мы пройдем классы. И после этого приступим к миссии. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем. Всем пока.